С вами будет Сергей. И это видео посвящено установке iOS 6 Beta 2 непосредственно с вашего iDevice. Для этого вам нужно зайти в настройки «Основные обновления ПО». Ваш девайс свяжется с серверами Apple, и ПО iOS 6 Beta 2 будет загружено на ваш девайс автоматически. Перед обновлением не забывайте сделать резервную копию в iTunes и обновить его до версии 10.6.3. Срок действия iOS 6 Beta 1 истекает 17 июля, и до этого времени вы должны обновиться. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал и Twitter, ссылка в описании. Всем спасибо, до свидания.